Ну, а ми продовжуємо, і, звісно, у нас знову гості. І не прості, а якісні, тому що в Найко ТВ завжди якісні гості. Анатолій Горчук, засновник ютуб-каналу про здоров'я та загартування, у нас сьогодні в гостях. Доброго ранку. Вітаємо в нашій студії. Пане Анатолію, знаєте, зараз на вулиці вже холодно. Так, дійсно, настав мороз, можна сказати. І для багатьох українців постало питання, а як в цей сезон бути здоровим, активним і водночас, знаєте, встигати багато справ. А для цього потрібно бути здоровим. От розкажіть, будь ласка, як же ж потрібно бути здоровим і з чого починати? Дійсно, я займаюся закалюванням уже 9 років. Я родился в Бердянске, это город на берегу моря, вы знаете, наверное. Очень люблю море, люблю купаться, люблю закаливаться. У меня какая-то такая природная тяга была всегда к закаливанию, к воде. Если есть такая же, допустим, вот у людей такая любовь к воде, то можно попробовать закаливание. Потому что закаливание способно не просто оздоравливать, лечить на клеточном уровне. И это уже доказано учеными. Например, в лаборатории американской, там где Дэвид Синклер, если вы знаете. Они уже доказали, что вот такой стресс на клеточном уровне он может активизировать гены долголетия, то есть на генетическом уровне. Вот. И когда, если вы решили купаться, закаливаться, то это добавляет еще энергии. То есть организм начинает выделять больше энергии, именно большее количество митохондрий. Это действительно на клеточном уровне вы более энергичны будете. То, что вы сказали вначале, и это будет давать энергию для жизни, для работы, для каких-то достижений своих целей. А с чего починати потрібно? Начинать я рекомендую все-таки постепенно. Сейчас уже ноябрь. Лучше, наверное, начинать было бы где-то в середине осени. Но, в принципе, сейчас можно начинать. Сейчас вода в Днепре, например, сегодня утром я смотрел 6 градусов. Я последний раз купался пару дней назад, было где-то 7 градусов. В принципе, хорошее время начинать прямо сейчас. Вот именно завтра, послезавтра не затягивать, чтобы к декабрю уже быть подготовленным, чтобы организм уже был не в таком стрессе. То есть не настолько сильный стресс должен быть, когда вы начинаете. Нужно все-таки немножко это сделать постепенно. Если человек будет закаливаться, это нужно делать резко, уверенно. То есть закаливаться нужно непродолжительно. Я имею в виду, допустим, вы заходите в воду, в Днепр, да? Это должно быть очень быстро. То есть, ну, это надо рассказать, наверное, чуть подробнее, как это делать правильно. Вот расскажите, будь ласка, більш детально, як це робити? Тому що, ну, я колись цікавилась цією темою, що взагалі там з ніг треба починати по декілька там хвилин, секунд, тому що в нас люди, особливо, знаєш, те на водохреща, ідуть, ниряють в Дніпро, а потім всі з простудами лежать. Як правильно підготуватися? Это очень хороший вопрос. В прошлом году, например, было минус 17, я купался, и это была, наверное, самая низкая температура, когда я купался в Днепре. При минус 17, если ты не подготовленный, это, конечно, может быть, ну, действительно опасно. Не просто так стоять скорой помощи возле воды, это действительно опасно. Первый раз нужно быть обязательно с кем-то рядом, с человеком, который будет просто рядом с вами находиться хотя бы. Это когда, если это первый раз в жизни, допустим, да? И нужно в воду заходить уверенно, быстро, зайти в воду, выйти с нее, пробыть там не более 15-30 секунд. То есть может там три раза окунуться, как-нибудь выйти. И тут же нужно одеваться. То есть никаких там селфи для Инстаграма, это все не нужно делать. Одевайтесь, потом пофотографируйтесь, это не нужно делать сразу же. И еще могу дать совет, нужно стараться все-таки, когда вы заходите в воду, раздеваться сверху вниз. Точнее, снизу вверх. Снимать сначала себе нижнюю часть одежды, оставлять открытым, как можно закрытым вверх. И заходить в воду. А когда выходите с воды, вы наоборот одеваете сверху. То есть такие уже практические советы. И в последнюю очередь штаны там и обувь. И кто-то должен быть рядом, если вы замерзли, чтобы он помог вам одеться. А хіба не потрібно починати от загартовування ще з дому, наприклад, коли там обливатися холодною водою? Для холодний початку. Душ, так. А потім уже входити, наприклад, у водойму. Чи ні? Будет очень хорошо делать это круглый год. Конечно, так как вода не сильно холодная у нас в Днепре, она не подходит для закаливания летом, поэтому это может быть какая-то просто холодная вода дома. Я сторонник делать это просто обливанием. То есть, когда вы делаете обливание, это какой-нибудь тазик с водой, вы наливаете себе на голову эту воду, и это должно быть резко. То есть в этом всем, как оно вообще работает? Работает с помощью шока. Когда идет шоковое охлаждение тела, не столько вот нахождение в холоде играет, а вот это шоковое охлаждение резкое. Выделяются нужные гормоны, адреналин, и этот коктейль гормонов идет по организму и вызывает сильное противовоспалительное действие, такое сильное, как кортикостероиды. И вот этот шок должен быть резким. То
То есть я не сторонник стоять под душем, например, никогда такого не делаю. То есть вы не стоять просто под душем, лить на себя воду, я такого не делаю. Uh-huh. Это просто тазик воды на голову. Такое uh-huh. можно делать, допустим, 3 раза в неделю. Uh-huh. Да, вот какие-то практические советы. Тобто каждый день не нужно. Не можна. Ну, це як в бані. Я знаю, що це дуже прикольно, коли ти вийшов з баньки, і тобі різко на голову виливають цю холодну воду. І це хороший спосіб. Ну, якщо у вас є такий доступ, допустим, ну, тільки не після бані. Uh-huh. Все-таки. А після того, як вийшов з водойми, можливо, краще ще обтиранням зайнятися, наприклад, чи краще одразу одягатися в тепло? Не обтирання, тому що обтирання не робиться, особливо в екстремальних условиях, ніколи. Не потрібно прям тереть uh-huh. кожу. Но нужно вытереться насухо. Это очень важно. То есть выходите с воды, если это на улице, да, допустим, вытираетесь насухо, ничего не должно быть мокрым. Особенно ноги. Я колись спілкувалася також з людьми, які загартовуються, і все ж таки вони розповідали, що потрібно спочатку позайматися якимись там вправами перед тим, як залізти в воду. Що ви про це говорите? Как обычно делаю я, и как я вижу, делают другие моржи, это можно просто немного разогреться. То есть это немного помахать там руками, размяться, как вот в школе, на физкультуре мы делали обычную зарядку. Можно немножко пробежаться легко, то есть, но одетым еще. Вы не должны вспотеть перед тем, как заходить в воду. То есть это просто немножко разогрелись, зашли в воду. И я хочу рассказать очень важно, что может быть, если вы это делаете первый раз, чтобы вы были к этому готовы. Вы заходите в воду, немножко разогрелись, сразу же идете в воду. И будьте готовы, что может быть рефлекторное сжимание грудной клетки. То есть, и происходит рефлекторный вдох. И когда человек делает первый раз такое ныряние, он не знает, что такое будет, он может хлебнуть воды. То есть это очень важно знать, чтобы вы это не произошел этот вдох. Не нырять из головой первый раз, то есть то, что я могу посоветовать. Mm-hmm. Тобто спочатку можно по шею, например, зануритися, зробити по шею, да, по шею. 2-3 таких, вийти і одразу витертися насухо, да, правильно. Да. При цьому заходити у воду потрібно як босоніж, наприклад, і зі взуттям. Є якісь... Это лучше делать это босиком, потому uh-huh. что ноги должны все-таки быть в холоде, это часть закаливания. Uh-huh. В принципе, можно начинать, даже если, допустим, дома человек закаливается, можно обливаться холодной водой со своей ноги только по колено, допустим. Uh-huh. Это будет уже очень хорошо для организма. Вы приучите свою слизистую таким образом не реагировать на холод носа, uh-huh. слизистую носа. Uh-huh. То есть, когда вы холодными, когда ваши ноги в холоде, вы приучаете их к холоду. Потом, если вы на улице перемерзли, ваша слизистая носу будет всегда влажная. Угу. Она должна быть влажной, чтобы вы не цепляли вирусы, бактерии, как сейчас это очень актуально. А які ще можете порекомендувати поради, все ж таки, щоб провокати до холоду, який нас ось-ось вже очікує? Как я сказал вначале, вот про вот эту лабораторию, которая, это американская лаборатория, в главе с Дэвидом Синклером, это австралийские ученые, они сейчас уже определили, что не так важно даже такое шоковое охлаждение, как важно просто, чтобы иногда вам было хоть немножко прохладно. Это я даю очень свежую научную информацию. Я очень этим увлекаюсь уже давно. Я вообще сам айтишник. Вот. И если вы будете на улице, допустим, к этим холодам, все-таки не быть постоянно закутанными на улице. То есть не настолько тепло нужно одеваться. Но я не имею в виду целый день стоять на холоде. То есть очень тут важно эту баланс соблюдать. Да? Mm-hmm. Например, вы можете пройтись в магазин пешком, не одеваясь очень уж тепло. Просто немножко легче оденьтесь и пробежитесь в магазин как бы немножко, чтобы было прохладно. Вот это, когда организм немножко не в комфорте, вот в этом холодовом, да, это на клеточном уровне тоже активизирует гены долголетия. То есть вы будете дольше жить. Это mm-hmm. уже доказано. И это случилось только вот недавно. Это mm-hmm. очень... А, наприклад, хто займається ще таким закалюванням? Так, наприклад, вийшли з води, потрібно якісь вживати гарячі, теплі напої? Чи ні? Да, якщо хочете, звісно. Да. І якраз можете сходити вже потім, согреться через якесь час, чуть попозже в баню, наприклад, як це, якщо це на хрещення. Угу. Випити чайок, я так часто роблю, угу. гарячий чайок, і ну, главное тільки не мерзнути. После проруби, допустим, коли ви вийшли з води, ви повинні бути в теплі, попить чайок и лучше зайти в теплое помещение. Uh-huh. Это все-таки важно. А вот расскажите про власний YouTube-канал. Вы також є засновником взагалі. Як у вас виникла така ідея створити, от, можна сказати, невеличку свою власну справу? І взагалі, що вас понукало до цього? І до сих пор це абсолютний какой-то альтруїзм. Я, так як канал не для заробітку абсолютно, це просто давати правильну інформацію. Во-первых, це допомагає мені розвиватися в цій темі, тому що потрібно давати качественную інформацію. У меня под каждым видео всегда есть очень много ссылок на исследования, на проверенные исследования. А их очень мало, особенно про закаливание практически нет. И я часто вижу, как делают это неправильно люди, хочется давать информацию, доносить, чтобы все-таки делали правильно. А вот яке перше відео ваше? Розкажіть про враження першого відео. І як взагалі виникла ідея?
створити саме такий YouTube-канал? Абсолютно случайно, как-то друг просто, тоже мой айтишник, предложил, тебе надо, наверное, сделать какое-то видео первое. Мы сделали просто видео про тренировки, я тренируюсь. Активный образ жизни, кстати, закаливание плюс активный образ жизни – это обязательно. Какие-то упражнения вы должны делать в другие дни. Хотя бы легкие. Там. Турник, там, не знаю, приседать хотя бы дома. И вот так было создано первое видео, постепенно превратилось вот в такое любимое дело канал. И люди благодарны, благодарят под видео, это всегда приятно. А скажіть, які рекомендуєте ви навантаження все ж таки? От якщо ти займаєшся загартуванням, які ще плюс навантаження спорту ви можете порекомендувати? Це не обов'язково може бути тренажерний зал з огромними тяжестями, да, не обов'язково. Це просто, хоча б, якщо, допустимо, зараз по Києву дуже багато площадок спортивних, от те, що ви там бачите, все це підходить. Це турнік, це брусья, це поприсідати хоча б, щось таке поділити. Це звичайна фізична активність. Побегать иногда, например, трусцой. Или быстро. Ну, то есть, это все очень полезно. А от ми не можемо обійти тему пандемії, ковіду, так? І особливо зараз осінь, такий сезон різних захворювань. От скажіть, наприклад, якщо людина вже виздоровіла, так? Після якого часу вона може знову ж таки почати закалюватися? Або якщо вона раніше цього не робила, як правильно увійти в цей, знаєте, режим? Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Я за 9 лет заболел всего раза два. После купания ни разу ничего не было за 9 лет. То есть я купаюсь каждую неделю на протяжении 9 лет, вот всю зиму. Не было даже насморка, ничего. Но год назад мы всей семьей переболели в эту пандемию. У нас ребенок пошел в садик, всем этим переболели. И я себе составил целый план, как выходить из этого состояния. У меня на канале есть об этом видео, как я это делал. И в двух словах, первые 2-3 недели после выздоравливания все-таки не нужно. Это должно быть очень постепенно. Скорее всего, возможно, даже дома просто обтирание холодной водой. То есть даже не обливание, а просто обтирание. Вот как вариант. То есть 2-3 недели после болезни вы ничего не делаете, и потом постепенно выходите с этого состояния, потому что нагрузка на легкие и в целом на организм, на лимфатическую систему, она очень огромная. А еще хотел сказать, чтобы не забыть по поводу противопоказаний. Так. Чтобы мы не забыли поговорить. Если, допустим, есть проблемы с сосудами, то нужно очень хорошо подумать и поговорить с врачом, нужно ли закаливаться резко, то есть шоково. Потому что, когда вы уходите с воды, организм так работает, что кровь уходит с конечностей к телу. И на сердце идет огромная нагрузка. Это чувствуется, хоть я молодой, но это чувствуется. То есть на сердце идет, правда, нагрузка. И вы плохо будете чувствовать ноги, руки, будет тяжело выходить с воды, это все нужно понимать. И если есть проблемы с сосудами, то лучше, наверное, воздержаться. А контрастный душ тоді допоможе? Контрастный душ многие делают, многие считают, и ученые считают это полезным, я не делаю контрастный душ. І ось ще таке хочеться до вас питання. От в мене теж є знайомі, які займаються професійно обливанням. І вони говорили, що на початку своєї діяльності в них було таке відчуття, коли вони обливалися, в них деякі органи вони боліли спочатку. Така була ніби не гостра біль, а така тупа біль. Згодом вона зникала. Скажіть, це взагалі нормально, наприклад? І якщо навіть біль якась виникає під час закалювання, на початку лише, вона згодом пройде, чи потрібно одразу звернутися до лікаря? Из-за закаливания самого? Да, коли, наприклад, водой обливайся, да, але через там тижні в три вона прийшла вже. Я с таким не сталкивался, но я знаю, что закаливание влияет как обезболивающе. То есть вот такое шоковое воздействие холода может убирать боли, наоборот, любые другие. Непонятно, из-за чего были у человека боли. Помимо того, что это противовоспалительный эффект, то есть у кого, например, артрит, какие-то такие проблемы с суставами, допустим. Я очень много вижу людей, которые в возрасте там, за 70 лет уже купаются. Очень мало молодых, на самом деле. Я, до речі, хотіла запитати за дітей, з якого віку краще дітям починати? Тому що я, нагадаю, спілкувалася з багатьма моржами, і вони з сім'ями загартовуються, там манюні просто йдуть в цей Дніпро, я би туди не залізла, дитина лізе. З якого віку краще? Здесь ограничений, в принципі, нет, як чувствують родители, як чувствують ребенок. Якщо ребенок очень боїться холодної води, вот действительно кричит, там, плачет, наверное, все-таки нужно прислушаться к ребенку. Должно быть какое-то желание зайти в эту холодную воду. У меня прям есть желание заходить в холодную воду, понимаете? То есть это как внутреннее желание. И, в принципе, ограничений я не вижу таких. А якщо, наприклад, от я за себе хочу спитати, якщо, наприклад, я не люблю оцього перепалу, я навіть на душ довго налаштую, я люблю ванну гарячу, я не люблю оце холодне, поки я себе налаштовую, так, треба йти в душ, там буде холодно, цей перепад мене просто лякає.
Мені противопоказано лізти і бути моржем? Чи якось це можна попробуйте змінити? Попробуйте постепенно попробувати. Я розумію, що ви говорите, що як би людина, яка сильно боїться, але хоче все-таки використовувати цей спосіб. Mm-hmm. Якщо все-таки є бажання, але боїтесь. Вот это тонкая грань. Все-таки же есть желание. Ну, цікаво. Хотелось бы спробовать. Возможно, все-таки нужно попробовать. Если и нет желания, и вы боитесь, наверное, есть другие способы. Не обязательно лезть в ледяную воду сейчас в Днепр, чтобы получать эти профиты для здоровья. Можно просто дома постепенно все делать. А еще у вас ноги, как я рассказывал. Я могу рассказать про свой первый раз, как это было, да, такой интимный момент, как это было первый раз. Это было чуть неправильно, это было в декабре. Я со своими друзьями-боксерами. Я давно хотел, но вот с ними решил это поделать. Они несколько лет уже занимались. Я замерз уже в куртке. Они вас заставили? Нет. Они как раз сказали, вот хочешь, иди. Нет. То есть это я принимаю решение всегда у воды до сих пор. Буду ли я вообще заходить в воду. И я стоял, я замерз в куртке, потому что, в принципе, я не сильно плотный. То есть как людям, которые худощавые, им сложнее. Я замерз в куртке, но я все-таки это сделал. И я хочу сказать, вот можно подбодрить людей, которые первый раз это делают. Когда я заходил в воду, заходить очень сложно, это характер. Это точно, работает только характер. Вы закаливаете свою психику. Кстати, это закаливание психики очень мощное. Это стрессы повседневные, тем более в Киеве, я думаю, всех хватает, мы в мегаполисе живем. Когда ты выходишь с воды уже обратно, проходит 15 секунд, вы выходите новым человеком, это чувствуется прям. Вы действительно идете, и вы уже понимаете, что вы уже не такой, как зашли в воду. То есть это не религиозно, это просто вы чувствуете, что вы превзошли самого себя, да? Это классное ощущение, возможно, многим это понравится. И вы выходите, уже не холодно. Да, и еще такое питання. А ось на водогрища, коли багато з нас хоче спробувати свої сили. І якщо дійсно, знаєте, такий, ну хай буде мороз мінус 10. От порадьте, краще заходити у воду, не підготовлене мається на увазі, чи ні? Якщо це перший раз в житті? Перший раз в житті. Можете зробити це перший раз в житті, но соблюдая те советы, которые я дал. То есть резко все произойти должно, не стойте долго на холоде, то, что я говорил. И так как обычно там есть рядом люди, будет еще другое соблюдено правило, чтобы рядом кто-то был, да? В принципе, можно так делать. Все ж, щиро вдячні, що ви до нас завітали. Хочу нагадати, що у нас був Анатолій Горчук, це засновник YouTube-каналу про здоров'я та загартування. Говорили сьогодні про такі дуже дійсно корисні речі. Тому, якщо ви підключились до нас під кінець нашої програми, обов'язково заходьте також в YouTube, Facebook, Instagram, дивіться нас, переглядайте, там є корисні поради. І, до речі, про водохрещі також, хоча зараз тільки листопад. Не перемикайтеся, будемо скоро завершувати. Ой, Настя, знаєш, мені сьогодні особливо сподобалося, тому що я завжди от хотів, в мене була така, знаєш, думка от загартовуватися, і ця осінь, вона була якась рівно теплою. Ну, після цього інтерв'ю, я все ж таки спробую, хочу спробувати дійсно, тому що вже знаю, як правильно це робити. Ти знаєш, мабуть, я навіть сьогодні попробую ножки помочити вдома холодним душем, але я нагадаю, я дуже люблю, не люблю перепаду взагалі погоди, температур, тому це взагалі не для мене. Ми нагадаємо, що сьогоднішній ефір був присвячений саме якості. Проте ми багато говорили сьогодні про здоров'я і дійсно про якісний спосіб життя і головне, як бути здоровим. Тому переглядайте нас на Ютубі, переглядайте нас на різних інших соціальних мережах і пам'ятайте, що ми завжди готуємо для вас лише цікаву і корисну інформацію. Так, і головне, актуальні теми у нас звучать на Еко-ТІВІ щоранку в ранковій каві. Тому завжди прокидайтеся з нами, готуйте собі ароматну чашечку кави і дивіться нас просто кожну вільну секунду. З вами сьогодні в ефірі працював Макс Добровольський та Анастасія Губанова. Зустрічайте свої ранки разом з нами.